По легенде учения, огонь и дым распространились вплоть до 10-го этажа здания. Одного пострадавшего эвакуировали по 30-метровой лестнице. Других вывели с помощью специальных устройств для защиты органов дыхания. По легенде, люди оказались отрезаны от выхода. Всего в учениях приняло участие 40 человек личного состава и 14 единиц техники. С поставленными задачами экстренные службы справились успешно. Здание непростое в том плане, что установка высотной техники здесь представляет особую сложность. То есть не по всему периметру можно поставить высотную технику для спасения людей с выше лежащих этажей. Место для проведения учений было выбрано не случайно. В сентябре ЦНТИ горел по-настоящему. Тогда огонь уничтожил офис на 10-м этаже. Обошлось без пострадавших.